Человеческий мозг против компьютерного. Жители Ивановской области похитили из платежных терминалов 90 тысяч рублей. Молодые люди путем ввода и модификации компьютерной информации сняли денежные средства в одном из торговых центров. Однако все происходило под камерами видеонаблюдения, и подозреваемых удалось распознать. Чтобы их задержать, полицейским пришлось привлечь бойцов центра сил оперативного реагирования и брать квартиру штурмом. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были собраны доказательства причастности к совершению преступления группы жителей Ивановской области. Сотрудниками полиции с привлечением бойцов Центра сил оперативного реагирования Главного управления МВД России по Нижегородской области подозреваемые были задержаны по месту проживания и доставлены в город Нижний Новгород. В отношении четырех подозреваемых в совершении хищения 90 тысяч рублей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурантами дела предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, совершенного организованной группой.